Нашла я в мебельном магазине. Кухня моей мечты. Все прекрасно. Все зеркало. В общем, я вышла с мебельного магазина. Стульев никаких там особенных нет. А потом смотреть в интернете. Сейчас хочу зайти вот в этот магазин, линейки Алику взять и выделить. Всю линейку взяла, вот такую, несколько там разных форм. Вот сейчас похожу, пойду уже, выйду с этого магазина тоже. Я уже вернулась, я уже домой, кое-что на кухне. Пойдем вам покажу. Ой, такая хорошая погода на улице, даже домой не хотелось идти. Первое, что я взяла, это вот этот плед, вот такой расцветки, светло-серого цвета и с узорами. И хочу его постелить на наш диван. Сейчас посмотрим, если он подойдет. Сейчас я его достану. Так. Он очень большой. Размер 220 на 240. Придется мне его сейчас складывать. Так, уберем подушки. Вот так же, если пойдет, если нет, буду его сложить. Я думаю, неплохо смотрится, просто вот видите, этот угол так остается, плюс он чуть длинноватый, этот плед. Может быть, я его угловой обрежу аккуратненько и прищу вот к низу, вот в этом месте, чтобы закрыть эту часть тоже. Ну так, я думаю, хорошо, и плюс оно светлее, а то все это темный серый сегодня уже на нервы действует. Посмотрим. Если не тоже... Можно будет на постель нашу накрыть. Так. Еще я взяла вот такую коробочку для часов. Это я резую взяла, чтобы свои часы складывала аккуратно. А то у нас все коробки разбросаны в разные стороны. А так все часы будут
в одной коробке. Я люблю такие вещи. Я аккуратно, когда в шкафу лежит, так себе откроет, останет, как и хочет, и будет делать. Это взяла линейки Сашки. Такие. Не было других. Не знаю, надеюсь, это им продержит. Просто у него хорошая была линейка, он ее поломал. Что я еще взяла? Взяла огурцы. Такие маленькие. Машка любит целый день огурцы грызть. Я взяла такие маленькие. Три коробочки. Еще купила себе салат Цезарь. Сейчас сяду покушаю. Маслины черные. Огурцы. И вроде бы все. Что я еще взяла? А, я еще взяла себе вот такие фигуры. Это как кузинары. Мы делаем с семечками и с медом. А это с арахисом. Вкусно. Вот и все. Больше ничего я не брала особенного. Насчет стульев тоже, короче, я в этом магазине не буду покупать, потому что то, что я хочу, там нету и не будет, потому что я там несколько раз насчет этого ходила и никогда не попадались эти стулья велюровые. Так что мы уже пока пусть будут, используем эти стулья, что есть, а потом уже возьмем нормальные, закажем. Вот и все. Сейчас тоже пойду перекушу и скоро уже где-то через час-полтора пойду за детьми. Сейчас достала некоторые часы Резоины, хотела сложить в эту коробку и смотрите, что я внутри нашла. Маленький ключик, чтобы он закрывал всю коробку на ключ. Вот смотрите, как это работает. Вот тут у него замок. Так как бы открыто. Вот. И потом уже может закрыть. Все. Больше не открывается. Вот так. Ну что, сзади тебе. Все, мы уже зашли домой. И сейчас тоже в садике у Машки и учитель опять жаловался, что она не кушает в столовой. Вчера, говорит, ела, потому что были макароны. Она поела макароны с хлебом. А сегодня, говорит, только хлеб с виноградом. Я уже не знаю, что мне с ней делать. Постоянно ей объясняю, что нужно кушать. Целый день она в этом садике. Ничего не ест, считайте. Да, один хлеб что поможет? И я решила ее попробовать напугать тем, что сколько раз она не будет кушать, столько раз я буду по одной игрушке ее выкидывать. И сегодня я это ей исполнила, заставила одну игрушку взять самой и выбросить. Посмотрим, как будет на нее это действовать. Будет знать, что сколько раз не поест, столько раз все игрушки будут по очереди идти в мусор. Надеюсь, что что-то это поможет. Если нет, то я уже не знаю. Не хочу тоже ее выписывать оттуда, потому что хочу, чтобы она привыкла. Потому что вдруг в будущем понадобится, чтобы она там ела. И чтобы у нее как бы заново это все не происходило, этот стресс. Я так переживаю, потому что она и так худая. И если она так будет продолжать, вообще высохнет. Сейчас тоже посажу их, накормлю. И не знаю, посмотрим чем-нибудь, может быть, займемся. Вообще хочу поехать помыть машину, потому что она очень грязная, вся пыльная. Ну, не знаю, посмотрим, может, завтра уже. Как раз завтра. Завтра, послезавтра дети выходной. Четверг, я не знаю, что за праздник у них. Опять школа закрыта. Так что эта неделя у них только 3 дня учебные. 4 дня отдыхают. Дети тоже сейчас будут кушать мою овощную рагу. Смотрите, какое красивое, аппетитное. Надеюсь, будет и вкусно тоже.
дети, честно, не очень любят, потому что там все овощи, они баклажан не очень любят, но поэтому я мелкие кусочки сделала. Сейчас тоже согрею, чуть-чуть вилкой подавлю, и они не будут чувствовать. Приятного вам аппетита. Не знаю, что делать с этими вафельками. Дети захотели, когда мы были в магазине, их купить, я купила, и они не кушают, даже ни одну штуку не съели. Боюсь, чтобы они не испортились. Я видела один рецепт из эти вафельки размельчаете блендером и смешиваете там с молоком, с какао и делаете шоколадную картошку, как-то так называется. Я не знаю, должна посмотреть что-нибудь вкусненькое, что можно из этого сделать. Посмотрим. А то жалко выкидывать. Так, я придумала, что сделать с этими вафельками. Я сейчас возьму их и измельчу в этом блендере. И хочу сделать кейк-попсы. Кейк-попсы — это пироженки, шарики, сверху шоколадом и на палочках. Значит, я сделаю их с простой сгущенкой, просто сгущенкой, потому что они и так сладкие. И у меня есть вот такая простая сгущенка и плюс вареная. Я их смешаю. Ну и посмотрим, что же получится.
кружочки у меня получились. Сейчас тоже я положу на 5-10 минут в холодильник, чтобы они чуть-чуть окрепли, чтобы во время, когда я буду палочки и трубочки втыкать, чтобы они не разошлись. Потом я растоплю шоколад и уже сверху полью. Вот я шоколад тоже уже растопила при помощи горячего молока, потому что шоколад у меня черный. Решила я его добавить туда теплого молока, чтобы очень горький не был бы. И достала кружочки тоже с холодильника, они достаточно уже охладились. Сейчас попробуем. Так, это что, кривая трубочка. Прежде чем тыкать, надо будет промокать, чтобы хорошо держалось бы. Вот так мне получилось. Трубочек у меня было очень мало. Мне пришлось использовать такие палочки. Но ничего, это для нас все равно. Сейчас я буду их макать в шоколад. Так, сейчас. Вот что у меня получилось. Пришла Машка, помогала мне украсить. Вот видите, разукрасила все. Сейчас положу в холодильник, пока оно не застынет. А потом уже можно будет кушать. Так что можете приготовить обязательно с детишками вместе. Очень легкое, вкусное. И детям тоже будет приятно и весело украшать вместе с вами. Ну что, друзья, на сегодня я уже с вами попрощаюсь. Встретимся мы с вами уже завтра. Сейчас тоже я помою посуду, уберу свою кухню. И надеюсь, что вам сегодняшний влог был интересен и полезен. Если да, то ставьте лайки. Если нет, тоже ставьте дизлайки. И не забывайте подписываться, конечно же. Потому что есть некоторые, большинство смотрят, то не подписываются. А для меня будет большая поддержка, если вы будете подписываться, чтобы я так смогла продвинуть и свой канал, конечно же. И это будет мотивация для меня. И я буду знать, что вам правда интересно то, что я снимаю для вас. Так что всем желаю спокойной ночи. И до завтра. Всем пока.